Мне кажется, для гостей и жителей Сочи это тоже такой праздник, неформальный очень, поэтому мы специально делаем такие вот парады и будем сейчас играть на открытой площадке, на лайв-сайте, где, конечно, все могут посмотреть, пристраститься к музыке, услышать разнообразие, все ее. И атмосфера очень джазная. Вообще Сочи очень гостеприимный город, очень добрый и принимает всех, кто приезжает к нему с добром, с талантом. Сегодня рады приветствовать участников 7-го фестиваля «Аква-джаз» в городе Сочи. У нас есть Игорь Бутман. И это гордость нашей страны. Это наш кумир. И, наверное, для многих тех, кто сегодня приехал в Сочи, это возможность действительно увидеть вживую маэстро, увидеть его друзей, коллег и, конечно, насладиться этим искусством. Традиционный парад открыл наш фестиваль. Традиционно с нами идет со своим саксофоном Анатолий Николаевич. И мы благодарны всем тем, кто нам помог сделать. А самое благодарное вам за то, что вы так замечательно аплодируете, так встречаете. И только рада встрече с вами. Действительно дает нам силы, надежды для того, чтобы все это делать. Проходит в Сочи, и что на этом фестивале могут побывать люди со всей страны. Мы сами из Беларуси, вот мне ребенок первое место по республике занял, по пению. И вот мы с пляжа сюда. 13 марта этого года я была на концерте Игоря Бутмана в Доме Московской музыки. Вдохновилась его приглашением на этот местный фестиваль «Аква-джаз». 7 числа, я думаю, что